11100 квадратных метров арендного жилья побудовано у Могилевской области за 10 месяцев. Такую информацию дает Комитет по архитектуре и будовництву облвыконкама. До конца года планируется ввести в строй еще 600 квадратов, которые призначены для сдачи у аренду. Тему протягивания Кристина Каранкевич. Крычевская новобудовля у микрорайоне Комсомольске. Это первый арендный дом у районе. 47 усилий-то справили тут новоселье. Дом благоустроен со всей отделочными работами. Находится в хорошем месте. Инфраструктура полностью есть. И аптеки, и Сбербанк, и детский сад, и детская площадка есть, и кафе есть детское, и парк рядом. В общем, все, что нужно для людей. Попыт на 1-, 2- и 3-покоевые квартиры в этом доме был немалый. Арендные метры передавали молодым специалистам, тем, кто мае потребу у поляпшении жилевых умов. У новые квартиры с ветхого жилья переехали 12 семьев. Теперь новоселы, так бы мовить, обживаются. Аренда 1-покоевки в месяц каштуя прикладно 78 рублей без улику коммунальных послуг. Нам на двоих с моей супругой накладно было бы двухкомнатную снимать квартиру, арендовать. Вот. А однокомнатная нам в самый раз. Такие квартиры, отзначают специалисты, будуются отповедно попыту. Так, сёлета у Климовичах уже уведено амаль 4000 квадратных метров арендного жилья. У Могилеве и Могилевском районе по 2500. У Шклове прикладно 300 квадратов. Теперь иде будовля у Могилеве. Это микрорайон Казимировка. У Бобруйску, Горках, Краснополе, Могилевском районе. Что год у в области будуют каля 12 тысяч квадратов арендного жилья. И гэтые метры не пустуют. Татьяна Дмитриева, Кристина Каранкевич, Юрий Аула. Новин регион.